бомбит. Почему они такие плохие? Надо было две подножки сделать, а лучше три. А еще так в стенку. Есть симпатичные? Да. Так что надо познакомить. Пустые, да, блин, пустые. На хоккей. Мишка доволен. Мишка очень доволен. Что я могу сказать? Игра то, что надо. Борьба. Хотелось бы, конечно, больше крови. Но ничего. Действительно, игра мужественная. Мужчины, которые отстаивают честь, отбивают маленькую такую вот шайбочку, бегают за ней и действительно проявляют всю свою мужественность. В общем, игра настоящих мужчин. Им огромный респект. Выбирайте правильный вид спорта, куда нужно ходить, чтобы найти себе мужчину. Рекомендую хоккей.